120 новых случаев коронавируса подтвердили сегодня. Большинство в Бельцах, Кишиневе и Приднестровье. При этом еще 126 человек прошли курс лечения и были выписаны из больниц. Таким образом, число излечившихся уже почти 18 тысяч. В тяжелом состоянии 437 пациентов, из них 41 не может самостоятельно дышать. За сутки врачи потеряли 9 больных. Жертвами вируса стали уже 800 человек. Ситуацию сегодня утром обсудили на заседании руководства страны. Премьер выразил обеспокоенность неуклонно растущим числом случаев. По его словам, речь не только о здоровье населения, что крайне важно, но и о расходах бюджета, которые чрезвычайно высоки. В связи с этим глава Кабмина еще раз призвал общественность к ответственности. Săptămâna viitoare iarăși urmează să mai alocăm bani, deci noi consumăm bani publici foarte mari, care eu sunt sigur nu ar fi necesar de cheltuit dacă am avea o mai mare responsabilitate cu toții. De ce eu încă o dată îndemn pe toții să respecte regulile sanitar-epidemiologice.